30 августа, поселок Горные Ключи, и мы едем в город Хабаровск. Сейчас подъезжаем к мосту через реку Сури. С утра было солнышко, выезжали со Спасска, сейчас немножко пасмурно, но довольно-таки хорошо. Вот въезжаем на мост через реку Сури. Не знаю, будет видно или нет реку. Постараемся показать. Вот река Уссури. Тишина, спокойствие сегодня. Осталось 400 километров до Хабаровска, и мы движемся вперед. Месяца назад, когда мы ездили в Хабаровск, на вот здесь на озере цвели лотосы. Но все уже они отцвели, одни листья, больше ничего. Ну и так мы продолжаем движение. Давайте посмотрим на природу Приморского края. Какая красивая у нас природа. Первое сентября. Город Хабаровск. Первое сентября. Сегодня мы приехали с внуком поступать в училище. Первый день учебы в Хабаровске. Колледж водного транспорта и промышленности. Вот дети тоже стоят, которые приехали первый раз, первый день вернее, поступив в этот колледж учиться. Все нарядные, все в белых рубашках, курсантики. Наш уже ученик зашел, так что будем надеяться, что все будет хорошо и учеба будет отлично. Ну вот, все дети заходят в училище, вернее техникум, или правильно будет даже колледж.
Хабаровский колледж водного транспорта и промышленности. Вот такое вот. Итак, продолжение дня 1 сентября. Уже прошел дождик. Мы находимся в Хабаровске. Идем в Роскомол. Последний раз были здесь в январе месяце этого года. После новогодних сразу праздников. Вернее, на новогодние праздники. И сейчас опять идем в этот магазин. Нам нужно сходить в отдел ДНС. Мы хотим выбрать небольшой телевизор. Ну все, продолжаем наше движение. Магазин. Да. Тепло сегодня, хорошо. На фоне вкусные точки. Да. Сейчас мы находимся уже в магазине, движемся в Броско, в отдел ДНС. Вот такая зона, передва. Сейчас зайдем в магазин Samsung, посмотрим. Смотрим телевизор небольшой. Ну что, это большой будет. Большие, да. Большие. Если спросить, может, размером меньше есть. А есть эти все. Так, ну правильно, мы идем дальше ДНС, да? Красивый магазин, конечно, очень красивый, с каждым разом все лучше и лучше. Опять идем к продуктовому отделу и уходим налево. Мы налево уходим, да, Ваня? Продукты, все продукты. Продукты Самбери, наверное, это. Или это Броско Маркет называется. Броско Маркет. Модные бутики. Дальше. Ну и вот ДНС. Гипермаркет, да? Мы заходим в ДНС. Смартфоны, компьютера, ноутбуки, выдача. Нам нужен телевизор. Идем смотреть телевизор. Ну что?
Едем по Хабаровску. Какой район сейчас? Куда мы едем? На улицу. Сейчас центр. Сейчас центр. А на какую мы улицу едем? Запарина мы сейчас едем. Нет, куда мы едем? На какую улицу? На Серышево. На Серышево. Как это? Мюзик Холл, да? Мюзик Холл, да. Да, вот такие пробочки сегодня, 1 сентября. Опять пошел дождик. Ну, все равно на улице тепло, красиво. Градусов, да. Время 12 часов. Пушка у вас не стреляет? Слава богу, нет. Как в Владивостоке. Ладно, движемся. Сейчас. Так, нам зеленый. Все. Это Амурский бульвар. Проехали. Это Уссурийский. А внизу следующий будет. Все понятно. Мы едем, и там наверх еще. А потом будет наш мобильник. Лишь бы Женя нам не позвонил. Ничего страшного, поедем взад. Ничего страшного, подождет в этом. Это Калинина? Это Калинина. Я говорю, братан. Основная улица. Сейчас мы едем, конечно, по Калинину тогда. Калинина. Да. Едем прямо. Так, это у нас Муравьёво-Амурского? Это Муравьёво-Амурского, вот. Пересекаем мы. Да. Раньше называлось Карла Маркса. Понятно. Но сейчас после площади Карла Маркса. Вот так вот. Хорошо, движемся. Сейчас внизу будет опять Уссурийский. Бульвар. Ты посиди, держись. Да он просто сзади так давил на меня, что я не хочу это самое, как бы немножко место уступаю. Потому что, видишь, я же не местный житель. Ездим редко по Хабаровску, но приходится. Так что вот так, еще 25. Вот здания какие красивые впереди настроенные. Даже все свежие здания. Красиво, конечно. Молодцы. Дождик так потихонечку идет. Не прекращается. Это он сегодня будет до ночи, по-моему. Если не до утра. Но завтра нормальная погода. Завтра я, получается, отвезу Женю в техникум и поеду домой оттуда уже. Все, нам налево. Налево надо? Налево. Давай перестроимся, есть такая возможность. О, Lexus какой впереди. Еще и без LS-ка. Номеров. Сотый. New модель? Да. Хорошая машина. Я знаю, у них вообще двигатель там. У них трясется практически. Хорошо. Новые технологии, они идут вперед. Так, что нам зеленый говорит? Что нам зеленый говорит? Здесь же Полина живет. В каком смысле? Кирилл, то что прямо надо ехать. Да нормально. А вот сейчас нам нужно направо. Не, не сейчас. А? Не сейчас. Не сейчас? Дальше еще? Дальше. Понял.
здесь ни направо и не повернул, здесь одностороннее. Все хорошо. Ой, как красиво здесь, мне нравится. Центр вообще мне нравится. Да, не говори, Ваня. Центр всегда красивый. И с другой стороны, вот солнца нет, мне тоже нравится, бывает такая вот погода, ну, неплохая, все равно. Как мы путешествуем сегодня? А время уже 12:30. Нет, зачем? Съезди, не надо. Это не сложно. Съезди. Так, прямо вот сейчас на Владивосток у нас поворот. Точно. Вот он и написан. Поворот на Владивосток нам нужен. Как раз мы повернем в сторону Красноречинской. Мы решили прийти, отметить сегодня 1 сентября наших учеников, немножко, которые поступили один в колледж, другой пошел в 10 класс. И вот мы немножечко себе накрыли стол скромный. Сейчас поужинаем и пойдем дальше. Кто у нас сегодня еще работает, продолжает работать? А кто-то будет отдыхать и завтра поедет в дорогу дальнюю 500 километров в город Спасск-Дальний из Хабаровска. Так что вот такое вот у нас такой столик. Всем приятного аппетита, кто смотрит. Ну, стол у нас красивый. Индустриальный район, город Хабаровск. Опять же, 1 сентября мы сходили в кафе, посидели в кафе. А теперь уже возвращаемся домой, уже вечер. Почти 7 часов вечера. Все понравилось. Это новый микрорайон индустриальный. Все продолжает строиться. Помню, что лет 12 назад здесь не было ничего. Вот так все расстроилось. Ну, движемся домой пешочком, потихонечку. Нам тут ходьбы 10 минут. Хорошая погода, дождь закончился. Солнышко. Великолепно.